Мы заплатим любую цену, но нам необходимо больше мечей для имперских солдат. Одна я с таким большим заказом просто не справлюсь. Почему бы вам не усмирить свою гордость и не обратиться за помощью к Йорлунду Серой Гриве? Ха! Да я скорее склонюсь перед Ульфриком Буревестником! Да и не станет Серая Грива ковать мечи для Легиона! Будь по-твоему, я возьму заказ, но не жди от меня чуда. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц. И внутри еще побольше. Подвести. Я могу отвезти тебя в столицу любого владельца. Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Лучше поторопись. Появление в Донстаре как нельзя кстати. Всему городу снятся жуткие кошмары. Хотя чем ты нам поможешь? Смотри без глупостей, имперец. Во имя девяти скальд. Да кого мы напугаем своими старыми? Глотнуть бы сейчас доброго мёда. Больше не солдат. Сразу стало бы теплее. Твой человек, Хорик, носит старые доспехи легиона. Что мне прикажете думать? Он гордится своей службой, Скальд. Легион научил нас верности, и мы верны Донстару. Смотрите у меня. Если я перехвачу от вас
хоть одно письмо генералу Тулию, обоих казню. Мой долг охранять Брину Мирилис. Ты о себе никогда ничего не рассказываешь, Хорик. Клянусь, мы с тобой 30 лет вместе, а я тебя, считай, что и не знаю. А что говорить? Родился я в деревне, как подрос, вступил в легион. С тех пор так и служу под твоим началом. А как твоя семья? Тебя же наверняка кто-то ждет там, в деревне. Надеется, что ты вернешься домой. Нет, это вряд ли. Родители умерли, когда я еще маленький был. С тех пор моя семья — ты и легион. Ясно. Ты хороший солдат, Хорик. Прости, что лезу не в свое дело. Да нет. Просто не о чем тут говорить. Я не уроженка Скайрима, но пока я служила в Легионе, он стал моим домом. Я всю жизнь в Легионе. Служба — мое призвание. Подвести. Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Ну что, поехали уже? Эх, погодка. Отличная погодка стоит. Неуважение к закону, неуважение ко мне. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Все в порядке? Подвести. Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Ну что, поехали уже?
может, какую-нибудь безделушку перед возвращением домой? Да, этот кулон понравится моей жизни. Мы разгромлены. Отступаем. Старый бог! Дайте мне силы! Вы слишком долго вытирали о нас ноги! Вы слишком долго вытирали о нас ноги! Всем разойтись. Стража Маркарта наводит порядок. Никаких изгоев здесь нет. Дальше мы разберемся. Иди своей дорогой. Он напал на Маргарет. Зачем? Боги. На женщину напали прямо на улице, у всех на глазах. С тобой все в порядке? Что произошло? О, дальше мы разберемся. Иди своей дорогой. По-моему, видели важное. Того безумца? Слуга изгой. Прямо здесь, в городе. Видели того безумца? Слуга изгоев. Прямо здесь, в городе. Дальше мы разберемся. Иди своей дорогой. Может... Какую-нибудь безделушку перед возвращением домой? Да, этот кулон понравится мне. Не стоило сюда приходить. Вы разгромлены! Я истекаю кровью за народ предела! Боги, дайте мне сил! Вы слишком долго вытирали о нас ноги! Я жить? Я умираю за свой народ! Дальше мы разберемся. Иди своей дорогой. Всем разойтись. Стража Маркарт... Может, какую-нибудь безделушку перед возвращением домой? Не стоило сюда приходить! Победа за тобой! Мы заслужили правители Маргарта! Я... Даю! Правители Марк! Да.
может... Долго вытирали о нас ноги! Старые боги, дайте мне... Я умираю за свой народ! Боги мои! Избои в городе! Всем разойтись! Стража Маркарта наводит порядок. Никаких изгоев здесь нет. Он пытался убить Маргарет. Прямо у меня на глазах. Что тебе Боги, нужно? Боги, на женщину напали прямо на улице, у всех на глазах. С тобой все в порядке? Что произошло? Проклятье. Еще одно тело прятать. Он пытался убить... О, осторожней, что ли? Нужно что-то? Видели того безумца? Слуга изгоев. Прямо здесь, в городе. Доброго денечка. Он пытался убить Маргарет. Само собой, Маркарт крат... Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Я тебя 1000 лет ждать не буду. А ну стой! Хочешь войти в Рифтон? Плати гостевой налог. За право войти в город. А тебе какое дело? Ладно, только шум не поднимай. Хочешь, чтоб все услышали? Пропущу, дай только ворота отопру. Приветствую в Рифтоне, владении гильдии воров. По крайней мере, они хотят всех в этом убедить. Все это бред. Они простые головорезы. Швали с крысиной норы. Я опять столкнулась с гильдией воров. Будьте осторожным, Йол. Гильдию воров поддерживает Мавен Черный Вереск. Она только щелкнет пальцами, и вы окажетесь в тюрьме. Или где похуже. Именно из-за них я и здесь. Я не могу просто закрыть на них глаза, Эйрин. Я знаю. Я просто не хочу остаться без вас. Вы лучшее, что случалось с этим городом за долгое время. Ты тут тоже недавно, да? Такие гости, как мы, редкость в этой части Скайрима. Эй, ты! А ну иди сюда, есть разговор. Свежее мясо и овощи. Налетай, пока не расхватали. Ты приходишь сюда в имперской броне и надеешься поболтать? У тебя что, каша вместо мозгов? Мясо чистое, с гарантией, без каменной подагры.
Само собой, я грязный попрошай. Я устала от твоих отговоров. Когда ты брал деньги, ты обещал вернуть их в срок и с двойными процентами. Подвезти! Я могу отвезти тебя в столицу. Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Смотрит Яру. Мы что, теперь должны трястись от страха у себя дома? Прошу тебя, хватит. Я рассказал Идград о твоих страхах. Она обо всех вас позаботится. Возвращайся домой. Нам тут не нужны волшебники. У Морфова и так достаточно проблем. Эх, бестолку. Значит, пока будет так. Будь поосторожнее. Морфол – опасное место. Ты любишь магию? Фолеон говорит, я быстро учусь. Я изучаю магию. Если ты не насчет лесопилки, то я занят. Дел по горлу. Подвести. Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Впервые в Солитьюде. Прекрасный старинный город. Столица всего Скайрима.
Если ты хочешь вступить в Легион, поговори с Рикки. Если же нет, не попадай в неприятности, а то закончишь как Рогвер. Делают с дядей Рогвером. Скажи им, что он не виноват. По местам. Свари! Предатель. Иди домой! Иди домой и сиди там, пока уже не придет мама! Ты нас предал! Скажи ей, что ее дядя мерзавец, который предал своего верховного короля. Чем раньше она узнает, тем лучше, Адвар. Ты сама доброта, Вильня. Предатель. Рогвер, ты помог Ульфрику-буревестнику бежать из города после убийства Верховного Короля Торуга. Открыв для Ульфрика ворота, ты предал народ Солитюда. Не заслужил он последнего слова. Не было никакого убийства. Врешь! Ульфрик бросил вызов Торугу. Он победил короля в честном бою. Такова наша традиция. Таков древний обычай Скайрима и всех нордов. Сегодня... Что тебе нужно? Я иду в Совнгард. Вот так страж ворот. Как-то неправильно. Я жду. Медика не найдется для бедного ветерана. Говорят, Ульфрик-буревестник убил верховного короля своим голосом. Тот помер от его крика. Если тебе нужны зелья, иди в ароматы Анжелины. Подвести. Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Первый раз в Виндхельме. Говорят, он старше всех городов в Скайриме. Считает...
Лошади. Целый день. Каждый день. Ты хоть представляешь, какие они скучные животные? Если бы стража прислушивалась к словам Виолы, мясника бы уже поймали. Вы приехали туда, где вас не ждут. Едите нашу еду, отравляете наш город своим присутствием и отказываетесь помогать Ульфрику. Но это не наша война, поэтому мы не встаем ни на чью сторону. Так может, эти серокожие не хотят воевать потому, что они шпионы Империи? Шпионы Империи? Ума лишился? А вот сегодня ночью мы это и проверим. Мы знаем, как добиться правды от маленького шпиончика. Что за... Ага. Ненавидишь темных эльфов? Будешь насмехаться над нами и гнать прочь. Ползайте на пропитание. Тогда ты здесь долго не задержишься. Виндхельм — оплот шовинизма и дискриминации. Этот город тебя недостоин. Поделитесь доброго пути с женщиной, которой не повезло в жизни. Я был одним из лучших солдат братьев Бури, пока однажды мне не вогнали меч в грудь. Я много не прошу. Всего пару септимов. Все знают, что мальчишка Аретина проводит какой-то ритуал, чтобы воззвать к темному братству. Кто ему помешает? Я точно не хочу в это лезть. Все хорошо, надеюсь? В чем дело, воин Империи? Хелгин разрушен драконом. Даже не верится, правда? Подвезти. Ну, куда едем?
Залезай обратно и отчаливаем. Эх, погодка. Отличная погодка стоит. Что я должен делать? Вступить в коллегию и кичиться тем, какой я крутой маг? А ну-ка, стой! Ты куда это собрался, а? В трактир, конечно. Выпить. Куда еще я могу пойти в этом забытом богами городишке? И что, думаешь, это решит все твои проблемы? Может и нет, но попробовать стоит. Я продаю почти все, что угодно, если мне это выгодно. Помни об этом, хорошо? Все хорошо, надеюсь? Переходи мост на свой страх и риск. Путь опасен, а врата не откроются. Тебе не войти. Это было прекрасно. Здравствуй. Добро пожаловать в коллегию Винтер. А мне-то казалось, в Рифте не слишком холодно. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничьего налета.
подвести. Ну, я знаю, что тут квартируют соратники. Их дом собраний, Йорваскр, самое старое здание в городе. Да, клан сынов битвы враждует серыми гривами. С ними надо быть поосторожнее. Насчет остального можешь поспрашивать горожан. По-моему, стоит начать с трактирщика в горцующей кобыле или управителя в замке. Ладно.